Друзья, с вами Радмирка. Человечек с Алиэкспресс! Всем привет, друзья, с вами Мирка. И сегодня мы будем делать обзор на противогаз ГП-5 черный. Мы не только сегодня не будем делать обзор, но еще и различия от противогаза ГП-5 белого. Ё-май! И да, сейчас мы будем делать, в общем, что именно. Так, давайте начнем с резины. Во-первых, у ГП-5 белого она более, знаете, такая, ну, потверже. А вот у ГП-5 черного она прям с легкостью. Даже я это, ну, видите. Еще эта резина более толстая. Да, вот. Вот такая вот. Тут вот такая вот. Угу. Открутим фильтр. У каждого. Извини, что я так долго не... выпускал видео, просто не... это... отдыхал. Так, ладно. Тут засохший клапан. Тут хорошенький. Тоже, ну, так немножечко засох. Этот липучий, этого немного талька отошла, а этого талька еще на месте. Хотя он валялся в кладовке 30 лет. Ну да, немного потрескалась резина. Здесь. Дырка. Ладно. Еще говорят, что черная резина более утепляет голову. То есть туда в черную резину, наверное, падает ультрафиолет. Свет ультрафиолета. А от белого он просто отскакивает. И все. И он не утепляет. А черный притягивает наоборот. Так что одевайте в зиму вот такие аппараты. Черные. А летом белые. Что вот тут вам будет жарко. Одевать что? Давайте белый оденем. Черный оденем. Ай-яй-яй, больно-больно. Ай-яй-яй. А, теперь черный. Радиса есть! Ай-яй-яй, нафига я только одев? Он мои волосы отобрал. Ладно. Еще ободки немного как бы разные. Тут, например, ободок, ну, цвета, видите? Есть немного разница. Но они закаленные. Ой, как бошка. Ну ладно, наверное, наш обзор закончен. И вообще там рассуждение. И, кстати, подписывайтесь на мой канал. Подпишись. Итак, наш разбор, ну, не разбор, просто поговорили о противогазах и обзор сделали зато. Давайте, всем пока-пока. Удачи!